Прошедший год, как и начало текущего, были насыщены важными политическими событиями. Прошли выборы исполнительной и законодательной власти страны. Олег Бетин доложил о результатах голосования. Все иностранные наблюдатели, которые присутствуют у нас, отметили высокий уровень организации выборов в нашей области и сделали по этому поводу официальное заявление. Среди тамбовчан большинство удовлетворены результатами кампании. Впрочем, есть и недовольные. Однако то, что граждане активно высказывают свою позицию, в этом есть положительный момент, отметил губернатор. По результатам социологического опроса жителей Тамбовщины, приоритетными стали такие направления жизни государства, как развитие, стабильность и православие. По результатам ежемесячного мониторинга, осуществляемого Минрегионом Российской Федерации, в прошлом году наша область вошла в число субъектов федерации, где социально-экономическое положение выше среднероссийского уровня, заняв 18-ю позицию по стране. Также она включена в число регионов, где на 1 января 2012 года отсутствовала просрочная задолженность по зарплате. Международное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило долгосрочный рейтинг области как стабильный, а ведущее российское агентство «Эксперт» отвело ей 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации за низкий уровень инвестиционных рисков. По оценкам Минфина области присвоена первая степень качества управления региональными финансами. Объем собственных доходов за последние 6 лет вырос в 2 раза. Олег Бетин констатировал, высокие оценки Тамбовщина получила также в сферах экологии и охраны природы. Губернатор выразил благодарность депутатам за поддержку в вопросе спасения ряда предприятий. Сегодня эти предприятия уже имеют хорошую перспективу развития. Объем производства в истекшем году на Машанской Маше, Машанской мануфактуре, Мичуринском Белорене увеличится в 2-2,5 раза. На Котовском лакокрашенном заводе. О результатах говорить пока рано. Ну и там сейчас ведется активная работа. Наряду с положительным губернатор сказал и об отрицательных моментах. Со стороны большинства этих предприятий отсутствуют перспективные заказы на подготовку кадров специалистов. К сожалению, руководители городов устранились от решения этих проблем. Кстати, объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя здесь ниже самых слаборазвивающихся сельских районов. Олег Бетин отметил, валовое производство агропромышленного комплекса достигло высоких показателей. Прирост обеспечен за счет реализации комплексной программы развития агропромышленного комплекса области, которая ранее была одобрена на правительственном уровне. Внедрение новых технологий и техник. Губернатор затронул тему неиспользованных земель. На Тамбовщине их оказалась небольшая часть. До конца года эта застарелая проблема будет снята. В этом поможет внедрение спутниковых технологий. Участие в федеральных программах – это новый механизм поддержки, который реализуется Минсельхозом с нынешнего года. По одной из этих программ развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса и дичи в Тамбовской области уже получено положительное решение министерства. Остальные программы находятся в стадии рассмотрения. Эти средства будут направлены в том числе на увеличение мощностей сахарных заводов. Если ранние сроки переработки свеклы, как правило, были ниже нормы из-за отсутствия сырья, то переработка урожая прошлого года вследствие обильного урожая впервые в российской практике продолжалась до марта текущего года. Мощность отдельных перерабатывающих предприятий увеличится вдвое. Откроются и новые площадки. Планируется сравнять объем переработки с объемом первичного производства сельского хозяйства. Кроме того, реализуется проект по строительству элеваторов. В 2011 году их возведено 6, общей мощностью 450 тысяч тонн единовременного хранения зерна. Эта работа будет продолжена в нынешнем году и следующих годах. Быстрыми темпами в области развивается свиноводство. Производство мяса в следующем году за счет внедренных в эксплуатацию дополнительных комплексов увеличится в 1,5 раза. Всего согласно программе ведется проработка по строительству свинокомплексов общей мощностью 450
50 тысяч тонн мяса в год. Кроме того, в этом году компания «Тамбовский бекон» планируется начало строительства забойного производства на 2 миллиона тонн. Соответственно, будут созданы более 2000 рабочих мест. В противоположность, более сложная ситуация сложилась в молочном производстве. В прошлом году не удалось перекрыть за счет общественного сектора сокращение поголовья коров в личных пособных хозяйствах. Переломки должны начаться благодаря заполнению поголовья мегаферм в село Шереметьево Печерского района, молочных ферм в Сосновском, Тамбовском и Самбурском районе. В нашей области в числе 5 российских регионов участвует в проекте Минский год по развитию семейных молочных ферм. Уже действует 10 таких ферм. К 2015 году количество семейных ферм утроится. Кроме того, в текущем году начнется строительство молочных комплексов, в том числе и в Уваровском районе. Олег Бетин говорил о развитии потребительского рынка. На первое место выходит качество продукции и обеспеченность торговыми площадями. Активное развитие ожидается и в рыночной торговле. В городах и райцентрах откроются новые рынки для реализации продукции малых предприятий и индивидуальных производителей. Неотъемлемой частью стали ярмарки выходного дня. На заседании говорилось о развитии малого бизнеса, об открытии многофункциональных центров, о расширении сети вакантных мест, где немаловажным является заработная плата и условия труда. Также доложили о демографической ситуации, модернизации в системе здравоохранения и активизации спортивной жизни. Как отметили представители власти разных областных уровней, которые присутствовали в зале, послание в полной мере отражает результаты развития области в минувшем году, а также расставляет акценты развития на 2012 год. Понравилось в первую очередь убедительные цифры и факты развития Тамбовской области. Мы все, так сказать, созерцали, наблюдали за теми изменениями, которые происходили в 2011 году, да и в предыдущие годы. Но, тем не менее, вот 2011 год, несмотря на всю свою событийность в политическом отношении, он просто демонстрирует высочайшие темпы развития экономики региона. Думаю, что вот эти тенденции, которые и темпы развития, которые мы набрали, это не такая конечная стадия, это только начало. И не случайно все рейтинговые агентства, и российские, и зарубежные, именно это подчеркивают по всем ключевым показателям. Мы сегодня находимся в числе лидирующих регионов Российской Федерации. Развитие территории любого города, любого районного центра, скажем, не может быть отдельным без развития области. Если мы сегодня говорим о развитии целого региона в том или ином направлении, естественно, это затрагивает тот или иной населенный пункт. Сейчас было подчеркнуто, что в связи с интенсивным развитием социальной сферы во всех областях, это и здравоохранение, образование, спорт, допустим, то перед некоторыми муниципалитетами стоят задачи увеличения именно экономического потенциала. Вот я считаю, что за эти последние годы мы сделали довольно-таки хороший рывок в социальном развитии. И именно перед нашей территорией, сегодня перед городом Уварово, стоит задача развития экономического потенциала, потому что тех налоговых уступлений, которые мы сегодня имеем, уже не хватает для обеспечения тех полномочий, которые мы, как органы власти, обязаны исполнять. Поэтому в ближайшее время мы как раз будем сосредотачивать внимание именно на развитие экономики. Светлана Доровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.